Российский певец-шаман во время гастролей по России посетил Киров, где в местном цирке решил погладить тигра. После успешного шоу в Кирове артист посетил цирк, где решил продемонстрировать поклонникам свою храбрость и подошел к клетке с тигром. Исполнитель хита «Я русский» попытался покормить с палки животное и захотел погладить полосатого, однако сделать этого не удалось. Тигр только обнюхал певца и пошел к хозяину. «Я не боюсь. Мяса нет, есть только руки, хотя, но мне они особо не нужны. Главное, чтобы голос был, я же не пианист», — отметил шаман в ролике, который опубликовал в своем телеграм-канале. Напомним, ранее певец спровоцировал скандал, сняв клип, в котором женился на толпе своих поклонниц.